началось с олимпийского золота Оксаны Грищук и Евгения Платова в 1994 году. Но, как ни странно, от своих первых чемпионов Леничук получила самые болезненные удары. Я помню, что Оксанка ушла, когда она была чемпионкой мира с своим предыдущим партнером. И мы должны были уезжать на семинар во Францию, и она пропадает буквально вот накануне выезда. И мы уехали все-таки на семинар, потому что, я так понимаю, что тренер и девочка хотели, чтобы семинар сорвался. Но мы уехали, и уже там узнали, куда она ушла и как она ушла. Но самое интересное не в этом, а самое интересное, что ее попытки вернуться были практически чуть ли не там каждые 2 месяца. И в конце концов она вернулась одна. Я сказала, что я ее не возьму. Она была в жутко нервном состоянии, у нее были тики, дергалась она. В общем, чего там только не было. Я сказала: Гена, не возьму. А Гена говорит: вот мне нравится, в какие-то моменты мне нравится его конкретная сильная рука. Он говорит: возьмешь. Я говорю: почему? Он говорит: потому что девочке твоей любимой надо помочь. И я ее взяла. И вот первый раз, когда она ушла, это было очень больно. Потом, когда это происходит в тренерской карьере, а это у каждого тренера происходит, это нормальная наша составная. И уже относишься к этому по-другому.